Из-под пальцев улетел аккорд и присел в последний ряд. И ушел с соленой сцены тот, который вам отдал всего себя. И для кого-то 5 минут, а для него вся жизнь. Артисту нужно отдохнуть, и свет уходит ввысь. Не надо заходить к нему хотя бы полчаса. Артисту нужно отдохнуть, и он к вам выйдет сам. Пот на клавиши пролил рояль, слезы катятся со струн. С музыкой вам расставаться жаль. Прости, Господь, грехи ему за труд, который был так нужен всем, пришедшим в этот зал. Прости ему, он честно пел, он кровью истекал. Пусть не показывает плоть страдания души. Прими его к себе, Господь, он так к тебе спешил. 2 руки его, как 2 крыла, поднимают в облака людей. 2 распятые его руки, заплетенные тела, жадно пьют прохладных нот ручей, пробуждаясь от земной тоски. От тоски. Дьявол предлагал свою игру перекошенным устам. Но случилось это чудо вдруг, и ты, Господь, артисту другом стал, вдохнув в него ту доброту, которой наделен был и юный сказочный пастух, что так в свирель влюблен. Но даже ты отнять не смог ту ярость сатаны, с которой теплый ветерок ломает лед весны. Из-под пальцев улетел аккорд и присел в последний ряд. Ушел с соленой сцены тот, который вам отдал всего себя. И для кого-то 5 минут, а для него вся жизнь. Артисту нужно отдохнуть, и свет уходит ввысь. Не надо заходить к нему хотя бы полчаса. Артисту нужно отдохнуть, и он к вам выйдет сам.